Актуальные вопросы кардиологии в практике интерниста обсудили в первой городской больнице. Там прошла 7-я республиканская научно-практическая конференция. В ней приняли участие ведущие специалисты, ученые и профессора различных областей медицины. Все они имели возможность обменяться опытом, повысить свой профессиональный уровень. Таким образом, организаторы хотели предоставить врачам со всех городов и районов республики возможность прямого общения. Проблема достаточно актуальная. Заболевание сердечно-сосудистыми растет в Российской Федерации, в том числе и в Республике Дагестан. И поэтому мы должны, как говорят, шагать ногу. И вторую цель мы преследуем: врачи практического звена, интернисты, врачи практического здравоохранения должны непрерывно совершенствоваться. И Академия медицинская ставит перед собой цель именно принцип непрерывного медицинского образования. То есть наши врачи должны ежедневно, еженедельно, то есть участвовать на таких проводимых форумах, конференциях, чтобы у них они были, скажем, в курсе последних достижений диагностики и лечения.